Наблюдаем сразу за двумя мячами. Короче, ребята, у нас будет по ходу три гола. Я хочу забить гол. Короче, ребята, мы выиграли. Ура! Всем здравствуйте! Это Луна. Ладно, всем привет, друзья. Меня зовут Лавиния. И сегодня мы играем в игру Суперстары, ребята. Ну, мы играем в хомячков. Я решила выбрать такого хомячка с Луной, ребята, красивенького. Ох, какой милашка, ребята, мне очень нравится. Ну что, погнали играть. Ну что, ребята, погнали, вперед. Уи-уи-уи, погнали. Прыг, прыг сюда, так. И дальше погнали, побежали. Вот тут. Аккуратно, ладно, мы упали, ничего. Едем дальше, побежали дальше, так. Тут у нас шарики, аккуратно проходим. Так, проходим через эти двери, отлично, прыгаем. Ой, я что-то такая завалилась, упала. Ай! Ай, стой! Упали, Дориме! Так, ладно, побежали дальше. Что же это такое? Так, ладно. Сейчас. Что же? Я же просто двинулась вперед. Ладно. Оп, погнали. Все. Ребята, мы почти прошли. Ой, отлично, мы прошли. Круто! Короче, осталось 30 игроков, ребята. Ну, погнали дальше. Так, 3, 2, 1, погнали вперед, уи, побежали, прыг, ладно, упали, ничего. Короче, давайте срежем путь, вот так, жестокая лавинья. Побежали дальше, идем сюда, ага, я тут единственная осталась. Короче, я хочу прыгнуть вниз, мне интересно, что внизу. Мы дошли до 3-го уровня вниз, ура! Ну, хорошо, нас осталось тут 16. Ну что, погнали? Так, ребята, что, погнали? А ну, давай мою корону, все, моя корона, понятно, все. Корону заполучить может не каждый, вот не судьба вам, не судьба, не светит, короче, ладно, верни мою. Короче, ладно, я одолжу тут у тебя короночку, свою пока вернуть не могу. Куда, возвращайте мою корону. Ну иди сюда, ты, иди сюда. Так, все, моя корона, ребята, время вышло, все, валим. Не надо за мной прыгать, так, а ну иди сюда, я не понял, тебе кто позволил, так, вставай. 15 секунд осталось, я не понял, давай, во. Нет, у меня, нет, верни. Верни мою корону! Верни! Е-е-е! 3, 2, 1! Так! Пуск! Есть! Мы прошли, ребята! Мы смогли! Ура! Это было эпично! Итак, осталось игроков 8! Ну что, погнали к финальному туру! Так, игра на выбывание! Погнали! Вперед! Ну тут все легко, просто встаешь, главное, чтобы другие не толкались! Ага, дальше ждем! Вот, и встаем сюда! Отлично! Дальше погнали, я сюда пойду. Так, вот стоим тут, вот тут. Прыг, отлично, идеально, идем сюда. Хорошо, так, идеальненько, идем сюда. Стоим тут, хорошо. Дальше тут у нас еще раз, да. Так, вы не толкайтесь, вы что делаете? Вам кто разрешил? Они, походу, меня хотят скинуть, ага, да. Я вам как будто позволю. Так, сюда, хорошо, отлично. Сейчас он должен выпасть, ботик. Кстати, ребята, это игра с ботами, я так понимаю. Все, я выиграла, мы смогли, ура! Мы победители, ой, круто! Кстати, ребята, а вы знали, если два раза выиграть, то можно получить такой скинчик. Сейчас же еще 50% должно уйти. Да, ребята, у меня есть скинчик, сейчас мы его примерим. Ну, ребята, как вам мой скинчик? Если честно, он мне очень нравится, скин клубнички. Ну, а сейчас футбик. Так, ребята, сейчас футбол, я в красной команде. Все, погнали. Так, куда? Сейчас мы тот мяч направим. Так, красный, давайте, молодцы. Вот. Они уже забили гол, что ж такое? Стоять. Опачки. Так, еще, вот. Я держу мяч, давай, молодцы. Молодцы, так, дальше прыгаем, отлично, идеально, так, хорошо, так, дальше, давай еще вот, куда вы, красные, а назад, один, круто,
А сейчас надо тот мяч увести. Вот новый мяч. Я помогу тому одному красненькому. Так. Прыгаем, ребята, пытаемся. Спасаем свою репутацию. Вот. Так, ребята, живем. Смешная у нас игра, конечно. Так. Сейчас мы выиграем. Молодец, красненький. Опа! Отлично, вот. Вот так, дополнительное время. Давайте, красный, забивайте гол. У них почти нет шансов. Почти. Сейчас я пойду за этим. Что вы думаете, я просто так это оставлю? Не-не-не-не-не. Во-во-во-во, вот так вам. Больше проблем. Нет, стоп. Молодцы, ворота. Ворота, короче, за нас. Игра за нас. Куда? Короче, смотрим. Мы пытаемся выиграть. Нам нужен еще один гол. Я вам помогу. Только синий, чтобы нам не забили. Наблюдаем сразу за двумя мячами. Короче, ребята, у нас будет, походу, три гола. Я хочу забить гол. Короче, ребята, мы выиграли. Ура! Наша команда выиграла. Ребята, короче, сейчас мы победители. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк под видос. Обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Ребята, всем пока-пока. До новых встреч, друзья. Уи!